Дорогие друзья, коллеги, энергетики, от лица коллектива Института Укрселенергопроект поздравляю вас с профессиональным праздником, с Днем Энергетика. Только настоящий волшебник может превратить солнце и ветер в свет. Творите чудеса в своей жизни и будьте счастливы. Чем ночь темней, тем больше ценен свет. В мороз тепло дороже бриллиантов. Пусть говорят, незаменимых нет, но мы с тобой, мой друг, сродни атлантам. Ты у страны своей бессменный постовой, ты держишь небо мачтой многотонной. По проводам качаешь пульс живой, чтоб жизнью заиграл он в каждом доме. Сжимаешь атом в кулаке, в объятиях Днепр. Благодаря тебе есть свет в роддоме. Бежит трамвай, мчит поезд, пахнет хлеб, горят огни на елке новогодней. И в эту ночь, что всех дней в году, поднимем мы бокал с вином игривым. За энергетиков, за нас с тобой, мой друг, энергии, здоровья, счастья, силы. Пусть будет полной чашей теплый дом, пусть будет еще долго свет гореть в квартире мамы. Пусть соберутся за твоим столом все, кто так дорог, кто неповторим, кто самый-самый. Да, нам бывает сложно, спору нет. Но помни то, что знают даже дети. Чем ночь темней, тем драгоценней свет. Наш труд с тобой бесценен. Энергетик.